Всем привет, меня зовут Андрей, и сегодня научу вас играть Титаник. Это простая и красивая мелодия, которую научился играть, наверное, сразу на гармошке, потому что там не надо басами хорошо играть, там просто переставляешь пальцы. Ну и так, там не быстрые переборы, получается, что очень такая простенькая и медленная мелодия, красивая, всем известная. И как-то так вот решил научить вас тоже играть. Почему бы и нет? Я думаю, разбора нету на просторах Ютуба, поэтому вперед. Вступление наигрываю. Теперь вступление медленно. И когда вступление заканчивается, в этот момент начинается уже куплет. Наиграю его. Дальше припев. Куплет медленно. Дальше идет уже припев. Наигрываю, соответственно, припев. Thank you.
конце, вот сейчас покажу самый мой любимый момент в этой песне. Это то ли вот в припеве, в каком-то из припевов, дополнение к припеву, либо проигрыш, где она поет, там, ну, прям вот кайф. Я вот только из-за этого момента вот постоянно эту песню гоняю. Сейчас покажу вам, научитесь, прям во. Песня заканчивается, и она заканчивается так интересно, что идет она, вступление начинает играть. В этот момент начинает вступление. Вот, то есть на этом заканчиваем. То есть играем этот крутой, получается, проигрыш. И с проигрыша переходим плавно в концовка и, получается, вступление. И заканчиваем. Ну, я обычно заканчиваю, начинаю еще играть. Вот так. Ну, весело, короче, еще продолжаю, поиграю. И тогда уже заканчиваю. Ну, давайте будем смотреть теперь этот проигрыш, как играть медленно. Вот такой вот разбор, уважаемые гармонисты и гармонистки. Смотрите мои разборы на моем канале и каверы также. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, будет много чего интересного.